Дорогие друзья, уважаемые члены Торгово-промышленной палаты, уважаемые гости, очень радостно видеть в этом зале большое количество успешных людей. Я поздравляю всех нас с замечательным праздником – Днем российского предпринимательства! Дорогие друзья, сначала мы обменяемся папками, потому что мне сказали, что в обмен одно на другое. Вы все свидетели. Дорогие уважаемые предприниматели, приглашенные на этот праздник в Корстоне, я очень рад видеть вас всех счастливыми и довольными. Времена у всех тяжелые, у всех, я не знаю, может быть, только энергетики сидят, улыбаются широко, и банкиры. Все остальные грустные. Я вас всех поздравляю, желаю, чтобы вы, несмотря ни на какие трудности, двигались только вперед. У нас страна одна, никто нас нигде не ждет, ни на Западе, нигде. Все, кто рассказывает, что там можно, не верьте, там еще сложнее, чем здесь. Всем вам желаю успехов в нашей стране России. С днем предпринимателя вас! Так как Анатолий у нас молодой еще руководитель, поэтому ему третьей степени пока для начала. Большое спасибо, Александр Славович, большое спасибо, Серпуховский район. Я понял намек, на мне еще ездить и ездить, но я готов. Серкашов Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Информ», член правления. Самый активный участник развития. Пользуются многие сертификаты. Хорошо, хорошо.